Биографии большинства саратовских управленцев настолько тусклые и предсказуемы, что интерес к ним просыпается только в случае возбуждения уголовных дел. Следственный комитет не только прекрасный рассказчик, но и фактор региональной политики. Задержание главы администрации Екатериновского района Романа Дементьева вновь актуализировало дискуссию о рекрутировании элит. Каким образом такие персонажи попадали во власть? Об этом я хотел рассказать своим читателям в своей традиционной еженедельной рубрике «Слово редактора». Читайте материал «Банкротство политзавода».